Федерация кое-что карате на протяжении всей своей истории, 25-летней истории, как в качестве приоритетного развития, видела прежде всего работу с детьми. И уже при создании Федерации кое-что Советского Союза 25 лет назад была создана детско-юношеская спортивная школа, которая 25 лет работает и подготовила уже не одно поколение и взрослых, и маститых спортсменов, имеющих международную квалификацию, уже ставших тренерами. В последнее время в нашей стране много говорят о поднимает вопросы патриотизма, вопросы работы с молодым поколением, подготовки возрастающего поколения и так далее. Мы не говорим об этом, мы это делаем.